Всем привет, на связи Конгорка 3. Сегодня рассматриваем новый костюм Шторм черно-серой расцветки. Что хочу рассказать по этому костюму. Показатель мембраны здесь 10 тысяч на 10 тысяч. Костюм предназначен именно для рыбалки. Также используется для рыбалки в лодке. Вот. Поподробнее. Рукава здесь регулируются на манжетах. Вот такой вот идеальный кроль у него анатомический. Два кармана с каждой стороны. Карманы расстегиваются снизу, сверху, как вам удобно. Большие такие карманы вместительные. Проклеенные молнии, обратите внимание, везде. Вот. Капюшон здесь, обратите внимание, регулируется по овалу лица, также по глубине. Очень интересная модель. Внутри, значит, ветрозащитная планочка есть, сетка. Вот такие вот утяжки по талии, внутренний карман под документы. Вот такая отличная моделька костюмов. Штаны идут на подтяжках, можно носить на ремне. Широкая резинка на поясе, карманчик сбоку. Костюм с подкладкой сетка идет. Снизу, значит, регулировочка есть вот такая вот на липучке. Также на молнии, можно натянуть на сапог. Все как удобно, все для людей. Данный костюм в первую очередь предназначен для рыбалки, так что рыболов, обращайтесь.